снова с программой специального выпуска Кайнам Шоу. В этом выпуске я приглашаю всех посмотреть на автомобиль, который можно назвать королем бездорожья. То есть это будет именно этот автомобиль. Йо-хо-хо. Это будет Jeep Gladiator Rubicon. Он расскажет вам, что обладает очень хорошими характеристиками и готов к любой ситуации. Подниматься ли в гору, спускаться ли по ручью, ехать ли по лесу, идти ли по воде, этот автомобиль может все. Автомобили Jeep, надо сказать, имеют действительно долгую историю, восходящую ко Второй мировой войне. В те времена джипы были популярны в период, когда солдаты использовали автомобили для доставки продовольствия, перевозки людей или транспортировки оружия на автомобилях Jeep. Поэтому он был очень популярен во время мировых войн и развивается до сих пор. Возвращаясь к этому автомобилю, Jeep Gladiator Rubicon, я покупал его так, словно это был совершенно новый автомобиль, ведь пробег составлял всего 3500 километров. Повторяю, пробег всего 3500 километров, и я хотел бы раскрыть цену этого автомобиля. Всего 4 миллиона 690 тысяч батов. Покупатель действительно должен подчеркнуть, что только 4 миллиона 690 тысяч бат. Вот это да! Этот Jeep Gladiator Rubicon стоит 2020. Он оснащается двигателем 3.65, а его мощность составляет 285 лошадиных сил. Несмотря на то, что это внедорожник, король бездорожья, этот автомобиль все равно имеет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В то же время он имеет полный привод. Размер легкосплавных дисков 17 дюймов. В комплекте с ним идут амортизаторы от Fox, которые выпускаются только для одной модели Jeep Gladiator Rubicon. С этого автомобиля можно снять все 4 двери, а также крышу и переднее стекло. Автомобиль будет чувствовать себя сильнее, чем раньше. Этот автомобиль поставляется с большим количеством опций. Скоро я отведу вас посмотреть на него. А сейчас давайте сначала посмотрим на атмосферу внутри машины. Машина очень красивая. Что касается подушек, то это будут кожаные сиденья с вышитым красной нитью словом «Рубикон». Сиденья будут полностью ручными, потому что этот автомобиль ориентирован на передвижение вброд и может преодолевать водные преграды. Если бы сиденья были электрическими, они могли бы быть пригодны для работы в воде. Как я уже говорил в начале ролика, у этого автомобиля также есть передняя и задняя камеры. Скоро я вам это покажу. Сейчас я переключусь на задний ход, чтобы посмотреть на заднюю камеру. Переключитесь, чтобы посмотреть на переднюю камеру. С этой камерой слои настраиваются в зависимости от того, как мы поворачиваем руль. А еще эту камеру можно очень легко почистить. Давайте вернемся назад и посмотрим на нее еще раз. У этого автомобиля всего 3590 километров. И эта машина заводится с кнопки Push Start, имеет экран размером 8 точек на 4 дюйма, действительно имеет много опций. В этой машине есть автоматическая система кондиционирования воздуха, имеет два рычага переключения передач, левый предназначен для управления автомобилем, вы можете выбирать в зависимости от своих потребностей, правая сторона используется для переключения передач. Для тех, кто хочет увидеть настоящий автомобиль, вы можете приехать и посмотреть ее в филиале Master Certified Used Car Phuket. Или вы можете позвонить мне по телефону 0628753660 или 0952685571. На сегодня Кхай нам прощается с вами. Увидимся снова в следующем РД. До встречи, до свидания.